Ай-яй-яй-яй-яй, горка, горка! Не можем мы залезть в горку, ребята! Ай, все, спустились вниз. Давайте еще отъедем, немножко разгончику наберем. И поехали! Да-да-да-да-да, давай-давай-давай, автобусик, давай-давай, с дыбов вставай на колеса. Все, ребята, мы кое-как заехали в эту горку. Но, смотрите, наша тетя, похоже, сломала себе шею в этой горке. Привет, ребята, с вами Мобик, и сейчас мы отправимся тестировать новые машинки и новые карты, дороги, я не знаю, трассы в игре Hill Climb Racing вместе с нашим спящим чувачком. Ну что ж, ребята, в прошлой серии мы ездили вот на таком электрокаре с большущими колесами, а теперь нам нужно выбрать какую-нибудь другую машинку, ребята. Электрокар — это, конечно, хорошо, но надо нам потестировать что-нибудь такое интересненькое. Драгстер, супердизель какой-то, скорая помощь. Барашковый винт. Ну, что-то как-то не особо интересно, ребят. Так, о, давайте выберем автобус. Двухэтажный автобус, смотрите, туристический. Там какие-то чувачки сидят, вон, туристы, видимо. Так, и теперь нужно подобрать для этого автобуса подходящую трассу. Куда бы мы отправились на экскурсию, ребят? Северный полюс, атомная станция. Ну, да, конечно. Место для экскурсии. Ну, крыши домов. Фабрика. Ребята, давайте мы соберем экскурсию и отправимся на фабрику. Так, ну что ж, мы автобус не улучшили, ребята, поэтому едем как едется. Посмотрим, как далеко у нас получится проехать. Ай-яй-яй-яй, смотрите, кочки такие уже нам создают какие-то проблемы. Хотя, не такие уж великие горочки, а вот это, конечно, горка та еще. Смотрите, какие-то ящики падают. Ай-яй-яй, у нас топливо кончается, ребята. Ай, мы буксуем, буксуем. И все, ребята, мы проехали 115 метров, ребята. Все, дальше у нас не получилось. Так, давайте выберем какую-нибудь другую трассу, ребята. Американские горки. Ну, для автобуса, мне кажется, чересчур. Какой-то Рагнарёк. Смотрите, какие-то привидения он со светящимися глазами летают. Так, лес, чужая, кто-то там, Рождество, Марс, курс молодого бойца, луна, пещера, шоссе, ребята. Так, ну что ж, Арктика, пустыня. И все, тут у нас самые первые трассы, на которых мы ездили в самом начале. Так, ну что, подходящая дорога у нас. Давайте, наверное, отправимся на шоссе. Так, ну что ж, давайте прокатимся сначала на автобусе, ничего не улучшая. И вот, смотрите, мы прям, наш чувачок, как всегда, спит. Эти, кто они? Туристы в шоке, смотрите. Дорога какая-то ровненькая, смотрите, едем пока, все нормально. Так, взяли мы немножко бензинчика. Посмотрим, как получится у нас проехать, ребята. Ну что ж, 200, сколько, 20 метров мы проехали пока что, и у нас начались прям конкретные кочки какие-то. Думаю, дальше будет все круче и круче. Эх, вот в горочку мы кое-как залезли. Кое-как, ребята, дальше у нас возникнут проблемы. Эх, вот первый раз мы так стукнулись сильно. И не можем теперь залезть в горку, ребята. Надо немножко отъехать назад. Так, и давай вперед, давай, 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 давай. Давай, чувачок спящий, гони, гони, дави на газ, в общем. Да, ребята, мы заехали на эту горочку. Так, ну что ж, где ж у нас бензинчик-то? Нам канистрочка нужна срочно! Срочно! Ай-яй-яй-яй, чуть не перевернулись. Так, ребята, ну где ж бензинчик-то? Бензинчик, ты где? Ай-хэ, все что ли? Приплыли, ребята, 481 метр. Ну это, конечно, немного больше, чем на этом, на фабрике, в общем. Так, ребята, давайте улучшим наш автобус. Ну что ж, ребята, а теперь давайте выберем другую трассу. Шоссе мне тоже как-то не очень уж больно, она скучная там. Ну что, горки да пригорки, больше ничего интересного там нету. Арктическая пещера. Ну, мне кажется, автобус там двухэтажный, не проедет в этих пещерах. Застрянет. Ну, вулкан тоже не совсем автобусная трасса. Ух ты, ребята, смотрите, какая-то ночь. Давайте отправимся в ночь, посмотрим, что у нас там в ночи происходит. Непонятно, куда поедем, просто какая-то ночь, ребята. Но смотрите, зеленая травка там где-то виднеется. Смотрите, какая темнотища, хоть глаз выколи, ничего же не видно. Фары у нашего автобуса вообще какие-то слепые, не светят вообще. Зато смотрите, на лбу у нашего чувачка спящего фонарик. Ну конечно, с фонариком-то мы теперь далеко проедем. Все же видно прям, как днем. Фонарик, прикололись, конечно. Пассажиры вообще с ума сходят, скачут, прыгают. Вон, тетя бедная сидит, болтается. Ну что тут у нас? Чем дальше в ночь, тем больше горы, ребята. Смотрите, какие косогоры пошли. Горы-то конкретные пошли. Смотрите, как мы скачем тут туда-сюда. Вот, смотрите, горочка.
Но зато наш автобус же улучшенный, поэтому нам особо горки эти пока не страшны. Посмотрим, что у нас будет дальше. Пока что мы проехали 600 метров, ребята, вот это крутяк. Так, бензинчик, мы взяли бензинчик или не взяли, как-то непонятно. Пролетели его с горы и все, а что там было, непонятно. Эх, смотрите, как мы врезались, а. Ай-яй-яй-яй, горка, горка. Не можем мы залезть в горку, ребята. Ай, все, спустились вниз. Давайте еще отъедем, немножко разгончику наберем. И поехали. Да-да-да-да, давай-давай-давай, автобусик, давай-давай, с дыбов вставай на колеса. Все, ребята, мы кое-как заехали в эту горку. Но, смотрите, наша тетя, похоже, сломала себе шею в этой горке, когда мы, наверное, упали назад. Так, ну что ж, у нас очередная горочка, смотрите, крутая. Крутая горочка, и опять у нас полет в неизвестность. Ребята, да, это, конечно, скачки такие до добра не доведут. О, бензинчик, бензинчик, смотрите, нам нужен был бензинчик. Видимо, все-таки мы проскочили прошлую заправочку. Так, ну что ж, ехай, ехай. Автобус сейчас, ты же мощный, мощный, мы же тебя улучшали не просто так. Давай в горочку, в горочку, в горочку, эх, эх, не перевернуться бы. Так, давайте, давайте, давай, ну, газуй, газуй, да что ж такое, да мы встаем, ай-яй-яй-яй. Все, ребята, перевернулись. Наш один пассажир, по-моему, жив, остальные все при смерти. Ну и чувачок спящий шею себе свернул, это как бы, ежу понятно. Так, давайте выберем какую-нибудь еще машинку, какой бы машинкой нам поиграть. Мне вот интересно, интересно, что тут есть такого? Мини-байк, Биг Фингер какой-то, Детский Экспресс, Хот-Род. О! Крутая тачка, наверное, давайте ее и возьмем. Так, ну и Хот-Родом где мы поедем? В ночи мне уже что-то не очень. Поездили мы там. Призрачно! Какая-то трасса хэллоуиновская. Так, ребята, смотрите, заднее колесо у нашей машинки маленькое, такое же, как и переднее, хотя на картинке было большое. Но, видимо, оно после улучшения такое здоровое становится. Ай-яй-яй-яй, машинка, смотрите, тыквы давим, едем, какая-то осень у нас. Осень, ай, какой-то туман, смотрите, мостик у нас идет через туман. Взяли еще одну заправочку, о, задавили скелета и дерево, смотрите, на каком-то кладбище мы едем. Да, кладбищенская у нас какая-то история, ребята. О, какой-то зеленый туман. Зеленый туман, да-да-да, давай-давай, Хот-Родик. Но машинка, в принципе, такая хорошая, она едет, и улучшение ей особо-то, в принципе, и не надо. Ай-яй-яй, смотрите, как мы упали на вершину горы. Скелетов перепрыгнули. Идите своей дорогой, а мы тут едем, едем, смотрите, скачем. А, еще туманище, туманище на каком-то скелетном мосту. Так, или каком, костяном, вот, на костяном мосту, ребята. На скелетном. Ай, куда мы летим? Эх, эх, тыквы, тыквы. Да, тыквы тяжело разбивать, да, прямо не со старта. Так, с горочки спрыгнули, и в горочку нам залезть. Так, и еще один мостик у нас, ребятки. Почему-то над мостом всегда туман. В других местах тумана не бывает, видимо, что ли. Так, на тебе скелеты. Дерево разлетелось вместе со скелетом. Ой-ой-ой-ой, какая горища, горища ли, не знаю. Так, ребята, ну что ж, смотрите, мы проехали 1100 метров на этой машинке. И это очень даже далеко, безо всяких улучшений. Или может трасса такая. Смотрите, дом был вместе с таким же чувачком, торчащим из него, из двери. Скачем, прыгаем, нам все нипочем, ребята. Эту машинку, наверное, можно и не улучшать, но все-таки я хочу посмотреть, как она едет улучшенная. Да и как она выглядит улучшенная. Наверное, ее вообще никто не остановит. Если вот на этой машинке так далеко получается проехать. Эх, забуксовали, забуксовали. Приземлились мы на днище. Давай, чувачок, гони. Машинка-то прикольная вообще. Так, ну что ж, тыковку мы раздавили. Смотрите, этот чувачок из двери торчит. Топливо чуть не кончилось. Мы его взяли буквально на последних секундах, ребята. Вот это крутяк. Итого у нас 1300-1400 метров, ребят. Опять скелеты над гробом, тут все летит, все. Так, шестой уровень. Ай, куда-то приземлились. Надеюсь, мы не пролетели там топливо или еще что-нибудь такое интересненькое. А вот и топливо, ребята. Я видел топливо внизу. Эх, надо нам вернуться, наверное. Хотя, смотрите, полный бак у нас. Может, мы его взяли. А может, и не взяли, но я не знаю, бак у нас полный. Так, и смотрите, опять мостик у нас костяной. И туманище зеленючий над ним.
Так, давай, давай, спящий красавец. Горки какие, пошли, смотрите, 1700 метров, проехали, эх, дерево, дерево, ай, все, перевернулись. Наш чувачок свернул себе шею. 1736 метров. Так, ребята, ну что ж, улучшаем машинку. Ох ты, ребята, смотрите, какие колесища у нас, а. Вот это, конечно, машинка внешне изменилась, да и несется она вообще как сумасшедшая. Да, мне кажется, сейчас мы далеко сможем проехать, если не перевернемся. Смотрите, на задних колесах опять едем. Едем на задних колесах. Так, бензинчик взяли, бензинчик. Ай, на тебе! Скелетище, все разнесли, дерева скелетов. Надгробия вот только не ломаются, обидно. Так бы было прикольно, наверное. Так, бензинчик, эх, чуть не перевернулись. Смотрите, здесь нужно педальками немножко помогать регулировать. Какая-то молния бьет, ребята, вы видели? Бьет молния, ай-яй-яй, чуть не перевернулись, да что ж такое, это крыша, ай, наша крыша, да что же это такое, а? Была бы она хотя бы железная, она какая там, тентовая, 600 метров мы проехали, ребята, на такой мощной тачке, как так-то, а? И давайте размер передних шин увеличим до максимума, посмотрим, будет ли наша машина быстрее ехать, эх, смотрите, она сразу встает в дыбы, вот это, конечно, жесть, ребята. Все-таки в предыдущей конфигурации машинка ехала намного управляемее она была. Ой, какой-то черный туман, ребята, ни разу такого тумана не видел, но он есть как бы. Да, в этой игре есть черный туман, ну ладно. Что же, мы куда-то вообще приземлились в темноту, ничего не видно. Ну хотя, мне кажется, мостик там по-любому должен быть же. Так, чувачок торчит из дома, это такой же брат-близнец какой-то. Так, внизу бензинчик, ребята, я видел. Да. Вот мы взяли бензинчика, скелетов пролетели. Не смогли никого задавить. Смотрите, встает в дыбы, ребята, машина. Прыгаем, скачем. Так, какое расстояние мы проехали? 700 метров проехали, ребята. У нас рекорд 1736 метров. Это мы проехали на машинке, которая не была улучшена. Все-таки улучшение, оно как бы не всегда хорошо. Да, ну машинка быстрая, но контролировать ее становится намного сложнее, ребят. Так, ну что ж, прыгаем, на заднем колесе едем в основном. Опять куда-то в никуда летим, куда летим? Ай, в какую-то яму приземлились прям. Так, скелетик, на тебе! Молния в дерево шибанула, да, по-моему? Вроде молния дерево разрушила, не мы. Так, горочки, горочки, крутяк, ребята, несемся. Но у нас заканчивается топливо, где же топливо у нас, ребята? Может, его пролетели? Может, мы его пролетели? А, нет, вот оно, вот оно, вот оно! Да, ребята, взяли топливо на последних секундах. Эх, эх, да что ж такое, тыквы. Так, скачем, скачем, продолжаем скакать. Ну, у нас прыжки такие, как бы, слепые. Мы летим куда-то. Куда летим, непонятно. Так, ну что ж, давай в горочку, залазь. На заднем колесе там, мне кажется, тебе прям вообще... Можно вообще на одном колесе было ехать на этой машине. А переднее колесо, ну, в принципе, без надобности. Так, ребятки, ну что, очередной бензинчик у нас где? Вот он, вот он, вот он. Вот он, взяли мы топливо. И продолжаем гнать, ребята. 1736 метров нам нужно проехать. Точнее, нам нужно больше проехать. Это наш рекорд. Да что ж такое-то, не могу в горку заехать. Давайте разгончику наберем, да. А тут скелет стоит, нас ждет. Эх, ударили вроде мы по черепушке. Вроде ударили по черепушке. Так, куда мы? Эх, перевернулись. Да что ж такое-то, а? Все из-за улучшений. 1505 метров мы проехали. Ну что ж, ребята, на сегодня это все. С вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.